рассказывали о том, как попасть к нам на работу, жить весело и зарабатывать много. Сегодня много компаний, которые, в принципе, могут предложить мне вакантное место для работы, поэтому я подал свою заявочку почти во все крупные компании. Посмотрим, что будет. У нас филологи, биологи, химики в компании работают. Конечно, больше всего мы любим программистов, но начать карьеру в компании можно с абсолютно любой специализации, специальности. Главное – хотеть и понимать. Очень давно хотела попасть на это мероприятие, с первого курса еще, на первом курсе не получилось, вот пришла вот на втором курсе. Было очень интересно, там задавали вопросы, там были интеллектуальные загадки. Ну, прежде всего мы ищем людей с мотивацией, с желанием работать и развиваться. На самом деле нам интересны студенты многих специальностей, но мы хотим, чтобы к нам приходили люди, у которых бы горели глаза, ну и какие-то минимальные требования, которые мы предъявляем, это уровень коммуникации, да, и хорошая успеваемость в учебе. Было очень много интересных ребят. Мы посмотрели, нам очень понравилось это мероприятие.